Приветствую вас, мои дорогие подписчики и тех, кто случайно нашел мое видео в YouTube. Продолжаю разбор замечательной песни, самой лучшей песни Чижа «Урал Байкер Блюз». Это шестое видео. Давайте вспомним, на чем мы остановились в предыдущем пятом видео. Мы разбираем второй квадрат вступления, второй квадрат импровизации, блюзовой импровизации. Вот, началась она у нас вот таким образом. И вот здесь мы с вами остановились. То есть мы сыграли терцию, значит, первая на десятом, вторая на двенадцатом. И дальше у нас будут открытые струны, но это где-то в районе 3-4. Здесь мы сыграли 1, 2, 3, 4. И дальше мы играем вверх. У нас идет вот такой риф. Еще разок. Вот такую штучку дальше нам нужно сыграть. То есть мы уже сыграли вверх, задели четвертую струну, третью, и дальше у нас указательный палец идет на четвертую, третью в районе второго лада. Здесь даже можно четвертую зажимать, такое барре. И здесь мы играем, стараемся задевать пятую, четвертую, третью. Вниз, вверх. Вот. Первая струна нам не нужна, старайтесь ее не прожимать, прожимаем только четвертую, третью. Это все в районе 5, 4, 3. Даже вторая не нужна. Дальше не убираем указательный палец. Вниз, вверх. Ставим третий на четвертую струну, на четвертый лад. И играем вниз. Делаем легато. Отпускаем третий палец. Еще разок. Вниз, вверх. Четвертый на четвертом. Сыграли вниз. Ставим опять третий на четвертую струну, на четвертый лад. И опять играем, сейчас скажу, вниз или вверх. Вниз, вверх. Вот мы сыграли вниз, вверх. И потом вверх. То есть вниз, когда мы сыграли, сделали легато. А потом опять ставим на четвертую струну, играем вверх. Получается раз, два, три. Вот эту фразу мы играем два раза. Еще разок без третьего пальца. Вниз, вверх. Дальше четвертый на четвертом. Вниз. Легато. Опять четвертый на четвертом. Вверх. Еще медленно. Все время играем пятую, четвертую, третью. Вот в этом районе медиатором. Вниз, вверх, вниз, вверх. Вниз, вверх, вниз, вверх. Надо успеть поставить. И опять здесь держим. Вниз, вверх, вниз. Легато, вверх. Вот что получается. Видите? Сыграли.
убрали вверх, потом убираем третий палец, здесь остается вниз, вверх. Дальше пятое на четвертую. Тоже легато делаем. Ударяем. Здесь тоже все держим. Четвертую, третью на втором. Потом пятую на четвертом. Играем вниз. И легуем сразу. Играем вниз, вверх. С пятой вниз. Легато. Вверх. Потом четвертую зажимаем на четвертом, также вниз, легато, вверх. Получается вниз, вверх, вниз, вверх. Точнее, еще раз. Вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Видите, легуем пятую сначала на четвертом, потом четвертую на четвертом добавляем. Еще разок сыграю это место. Вверх. Потом играем просто четвертую, третью на втором вниз. И потом четвертую, третью открытую. Итак, у нас получилось три части этого рифа. Первая часть. Точнее, даже четыре, наверное. Первые две одинаковые. Это первая. Вторая. Такая же. Третья. И четвертая. Теперь надо все запомнить. Как вы заметили, у нас все время указательный палец стоит на четвертой и третьей струне на втором ладу. А пятую с четвертой мы легуем. Играем все время вниз вверх. Еще сыграем медленно. Все время играю пятое, четвертое, третье. Итак, еще разок. Дальше такая же часть. Дальше также мы начинаем. Пятое, четвертое, пятую зажимаем, ударяем вниз, легуем пятую. Потом вверх играем, потом четвертую зажимаем на четвертом, ударяем вниз, легуем, отпускаем и играем вверх. То есть дернули, вниз, вверх, потом просто вниз, вверх, ну, можно пятую, четвертую, третью сыграем вниз, потом отсыпаем и эти же струны открытые. Вот, я думаю, пока достаточно. Вот в этой части вы запомните, как играется этот риф. Еще разок сыграю медленно. Еще медленно. Вот и все. Ну, я думаю, я достаточно медленно играю, могу прям совсем медленно сыграть. Вот. Ну, и дальше продолжим в следующем видео, пока вы учите этот риф. И сразу сейчас сыграю весь второй квадрат до того места, с предыдущим видео, включая его тоже, до того места, до которого уже разобрался у нас вместе с этим видео второй квадрат. Вверх остановились на открытых струнах. Вот на этом, я думаю, стоит закончить.
Вот. В следующем видео, это уже будет 7-е видео, не скажу, что простая вещь. Здесь самое главное, конечно, учиться пользоваться медиатором, делить струны. То есть не играть по всем, а именно вот выбирать там вот нижние, средние, верхние струны. На этом все. Большое спасибо за просмотр, мои дорогие подписчики. Желаю вам здоровья и благополучия. Ну и самое главное, тренируйтесь, у вас обязательно все получится.